بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Приехал в Египет, тут вроде как Бразилия, но со своим налетом. И всем привет, с вами Travel Camel и Аня. Начинаем утро в аэропорту Египта. Оказывается, россиянам нужна виза, прикиньте, 25 баксов с меня содрали, я еще даже в страну не въехал, безобразие. Но зато сейчас посмотрим, как добраться до отеля и вперед изучать город. Египет встречает облачностью и непонятной архитектурой в аэропорту. Однако дальше архитектура стала резко лучше. В разное время Египет был под французами и под британцами, поэтому чего-чего, а красивых зданий им не занимать. Есть, конечно, не очень красивые, но в целом я просто офигела от мечетей, пальм и тепла. Не, ну хоть бы один значок на английском был, а то вот куда мне? Но лифт, конечно, прикол. В отель меня не заселили, так что скинула вещи и пошла гулять по городу. Ребят, ну что сказать, я в шоке. Как обычно, ничего заранее не смотрела, не ждала. Блин, архитектура потрясающая. Ну все, первый контакт с местным населением произошел на шутке. Это Верховный суд. Если у тебя будут проблемы, иди сюда. Вообще, Египет — это республика. Глава государства тут президент, глава правительства — премьер-министр. Все как у нас. Как понять, что ты близко к дому? Машины подскажут. Западная часть Каира выстраивалась по парижскому образцу. Здесь господствуют просторные бульвары и тихие парки. Тогда как восточная часть, напротив, представляет собой лабиринт узких улочек, а также бессистемно возведенных строений и сотен мечетей. На карте нарисовано, что с той стороны красивая набережная. Я такая, о, круто, выйду там, посижу, позавтракаю. Набережная скоро будет красивая, а пока под реконструкцией. Ребята, я сейчас офигею от счастья. Это Нил. Мы с вами за последние 6 месяцев были и на Амазонке, и на Ниле. Ну, чем не молодцы, а? Сейчас, короче, подождем несколько минут еще до открытия и пойдем с вами во дворец. Сесть позавтракать тут негде, поэтому сразу на экскурсию. Ну, короче, он или сегодня не работает, или вообще не работает. Я тут полчаса уже стою после 9, ничего не поменялось. Все закрыто, так что пойдемте дальше гулять. Ребят, смешно не могу. Помните, я в Бразилии ругалась, что люди подходят и предлагают переспать третьим вопросом. Сейчас говорю с охранником этого паласа. Так я говорю, когда открывается? Он такой, а, нельзя, нельзя, сегодня не откроется. Не поняла я, почему, он больше по-арабски говорил. Потом спрашивает, говорит, ты откуда? Я говорю, из России. Он говорит, выйдешь за меня? Я такая, что? Он такой, выйдешь за меня? И я, конечно, понимаю, что в теории оба эти вопроса две крайности одной и той же сущности. Но, тем не менее, весело и смешно. Сколько я там в Египте? Час? Неплохо для начала. Хотела по парку пройти. Один вход заколочен, второй выглядит вот так. Боюсь, что если зайду, потом не выйду. Так что пойду вдоль парка. Какие-то тут лакшери места на набережной, несмотря на строительные работы. Ну вот, еще один парк и тоже под замком. Просто со всех сторон огорожен забором. А прогулка по набережной, ну, что-то уже не кажется таким интересным мероприятием. То есть я вообще чисто по стройке иду. И поскольку иду я так уже полчасика точно, надоело немножечко. Как-то красоты уже хочется, а не пыли. А вот сейчас вообще неожиданно. Прям целое собрание карет какое-то. Что происходит? Ну, прям видно, что очень красивый парк. Чего не поддерживают? Столица вроде в центре. Прямо за тем некрасивым парком идет вот такой вот красивый. Только зайти сюда нельзя. Все в решетках, как обычно. Парк зовется Королевским и гуляет там только уборщик. Есть ощущение, что вышла наконец в правильную часть города, потому что началась красота. Статуи. И ворота. Ворота точно куда-то ведут. Пойдемте смотреть куда.
Вот про Сиднейскую оперхаус знают многие. А кто знает про Каирскую оперхаус? Перед нами именно она. Разница лишь в том, что это здание моложе на десяток лет. Проектировали его японские архитекторы. Посмотрите, все столпы исламской культуры соблюдены безукоризненно. Вот это кудесники они. Так удивительно, после этих перегруженных улиц, где все бибикают, куда-то бегают, тут такая тишина и спокойствие, просто никого нет. Офигенно. Кругом цветочки цветут, красота. Я, получается, из осени наконец-то весну приехала. Не могу передать словами, как мне нравится переноситься через времена и пространство. Когда ты можешь из одной культуры буквально через день оказаться в другой, где все совсем иначе. И это так прекрасно. Я уже много раз говорила, что я научилась не осуждать. Вот сейчас я научилась принимать и любить то, что вижу. Но вы только посмотрите, какая красота. А сзади высится Каирская телебашня. Это вам, конечно, не скульптура Эль Пенсадор в Аргентине, но тоже интересненько. И что тут такая милая розовенькая мечеть на территории, прям не могу. Очарование. Так, ну они меня своими скульптурами уже интригуют. Прям вот хочу в музей посмотреть. Что это такое, я пока не понимаю. А еще уже заметила, что по городу у них стоят вот такие вот столбы, они их маскируют под пальмы, плохо получается, но все равно мило считаю. А вы что думаете? Цветочки полили, скульптуру полили, что бы не полить. Представляете, снимаю я себе оперу «Хаус». Тут останавливается рядом со мной джип. Из него выпрыгивает очаровательная, конечно же, укутанная с ног до головы египтянка и протягивает мне приглашение. Говорит, у нас сегодня закрытая выставка будет вечером, если хотите, приходите. Я говорю, где? Она говорит, тут, в Центре искусств. И дала мне приглашение, прикиньте, мне кажется, надо обязательно сходить. Конечно, мало что понятно, кроме того, что это бесплатная арт-группа. Не, ну все, мы уже вплотную подошли к музею искусств, ребят, я предельно заинтригована. Так, ну с лету заскочить в Центр искусств не получилось, карточки не принимают, только наличные, и наличных у меня нет. Идем с вами менять денежки. Надеюсь, найдем, где он мне говорит, а, вон за этим зданием прям обменник. За каким зданием? За оперхаусом обменник? Удивят они меня, конечно, если это так. Ой, как красиво. Около оперхауса скульптура композитора египетского. И еще одного. Вы не удивляйтесь, что я вам даже имена не говорю. Таблички-то тут есть, но на арабском я еще не научилась понимать. Ну, чего и следовало ожидать. Никакими обменниками тут не пахнет. Пойдемте на улицу, будем искать, где денежки поменять. Что можете сказать о стиле вождения? Просто гонщик. Вот не люблю, когда так. Карточка моя нигде не работает, ни в одном автомате. Поэтому хожу просто по городу бесцельно. Ну, как нет, с целью обменять деньги, но, блин, не люблю такое. Мутатень. Короче, по итогу зашла в Шератон спросить, подумала, что тут может быть, но тут нету. Спросить не у кого, я не нашла ресепшн, очень большой отель. Зато есть бесплатный Wi-Fi, посидела на диванчике, нашла, где ближайший обменник, топаем туда. Делаю вид, что снимаю колонны, на самом деле жду, когда дорога освободится. Деньги поменяла, топаю обратно в музей, уставшая и засыпающая, потому что я 2 часа занималась этим важным, важнейшим делом, из которых час, наверное, сидела в очереди в банке, там какой-то апокалипсис. Еще девушка говорит, сколько менять будете? Я говорю, 20 баксов. Она говорит, всего так мало? Я такая, ты цену у себя в стране видела? Тут так дешево, если честно, меня шокирует. Чтобы вы понимали, вход в музей стоит 40 рублей. 40. Меня из-за 40 рублей не пустили, развернули. И вот я вот 2 часа гуляла, чтобы 40 рублей им принести. В ресторанах еда, горячие блюда около 200 рублей. В Шератоне, где я была, можно горячее блюдо за 600 рублей заказать. И поскольку чувствую я себя такой уставшей после этого перелета, план такой. Значит, сейчас идем в музей. Потом домой топаем, поспим немножко, помоемся. И потом вечером на выставку, на которую меня пригласили. Ну вот, наконец-то мы с вами внутри. Выглядит красиво. Говорят, 2 этажа экспозиция. Ну, пойдем смотреть. Что-то сложно, уже ползала прошла, а ощущение, что к современному искусству это отношение не имеет. Получается, у них современные художники пишут в классическом стиле.
А подпись к этой картине гласит «Арабская танцовщица». Слушайте, вот сколько арабских танцев видела, вот кого-кого, голых женщин там точно не было. А у вас был такой опыт? А вот на скульптуру не могу ругаться. Мне кажется, очень красиво и необычно. Таких мотивов я еще не видела. Если честно, я поражена. Для такого консервативного мусульманского общества, где все женщины на улицах ходят в паранже, рисовать обнаженку – это смело. Вот это уже интереснее. Но, как видите, со светом беда. Просто как так можно? Капец, ребят, я в шоке. Просто музейная экспозиция. Все тарелки грязные. Сама подставка грязная. Что происходит? Короче, судя по помещению, освещению и состоянию табличек, а также количеству пыли и грязи на экспонатах, могу предположить, что современное искусство в Египте не очень-то любят. Черной картине, черный угол. Правильно. Кто ее там рассматривать будет? Мне кажется, надо найти какой-то самый крутой музей, который у них тут есть, и обязательно туда сходить. Иначе впечатление египетских музеев будет вот такое. Ну вот это, кстати, интересно. Вроде бы кубизм, а вроде бы эти кубики настолько уменьшены, что получается пикселизм какой-то. Слышала про зоопарк такое. Если бы вас держали в клетке, вам бы понравилось. А тут про цирк. Понимаю, что абсолютный абсурд, сделанный из пластикового стула, но меня веселит. Во, вот это вообще нравится. Вот это и современно, и интересно, и отражает национальный фольклор. Вот прям да. О, ну а тут просто техника красивая. Так волос выделяется. Похоже на аппликацию, но нет, это все рисунок. Ребята, это провал. Это прям конкретный провал. Не знаю, кто ставил тут свет, но надо его уволить. Лучше бы они брали 400 рублей, но купили себе лампочек. А еще, ребят, прикол в том, что я тут одна хожу. В музее никого, кроме меня, строителей и сотрудников нет. Вот это тоже красиво, но из-за плохого света не уверена, что будет хоть как-то видно. Короче, экспозиция большая, но надо еще поработать над ней. А еще, как вы понимаете, если там света нет, то камера, конечно же, не работает. Я ходила и думала, это что, можно любую картину забрать? Но у них хитрая система слежения. При входе и при выходе проверяют сумку. И мне от этого так смешно. Вот мне кажется, будет человек заинтересован, но... Ну вот даже я пришла бы второй раз со злым умыслом. Но вокруг ноги бы обмотала, вокруг себя бы обмотала эту картину. Ну то есть, блин, смешные, не могу. На телефоне 10%. В моем организме еще меньше. Время 2 часа. Пойдемте спать. Капец, второй раз я попала на этот развод. Короче, чувак меня спросил, там, куда я иду и все такое. Я такая, вот мне надо в ту сторону. Он говорит, о, слушай, ты тут не перейдешь. Пойдем, я тебе покажу, где перейдешь. Короче, заморочил мне голову тем, что там переход сложный. Я думаю, блин, в Египте где-то сложный переход, в Каире. Тут люди, кажется, везде интуитивно ходят. Привел меня в свою арт-галерею. Начал показывать свои работы. Его сестренка чай принесла. Я такая, ну... Прикольно, что? Гостеприимство. Он такой, да, мы очень гостеприимные. И что вы думаете? Такой, я тебе картину подарю. Берет маленькую картину, подписывает ее для меня, мое имя на картине пишет, дает свою визитку, говорит, вот будешь меня рекламировать. Я такая, ну надо же, какой хороший человек попался, у меня будет такая память из Каира, так приятно. Потом такой, хочешь, покажу тебе работы побольше? Я такая, ну ладно, показывай. Начинает мне показывать другие работы, говорит, ну какая бы тебе больше всего понравилась. Мне интересно, говорит, европейское мнение. Я выбрала три картины. Он берет ту, которая мне понравилась больше всего, пишет на ней мое имя. Говорит, это тоже для тебя, плати сколько хочешь. Я говорю, ой, слушайте, у меня налички нет и все такое. Он говорит, ничего страшного, карточки принимаем. Тут же сестра, которая мне чай принесла, появилась с терминальчиком. Я такая, ну все, короче, развели меня. Я говорю, не, я сейчас посмотрю тогда, сколько у меня кэша. Даю ему 200 рублей. Он такой, ты что, меня оскорбляешь? Посмотри на цены. У меня тут все по 100, по 120 долларов США. А ты мне тут 100 рублей дала, 200. Типа, давай больше. Давай, если кэша нет, давай заплати картой. Я такая, да мне не надо. Ну, короче, как вы понимаете, мы с ним стали припираться. Он говорит, плати мне... деньги, потому что там твое имя написано. Я говорю, а я не собиралась ничего покупать. Там еще тубус такой здоровенный. Ну, то есть у меня нет места, чтобы это возить, и я не планировала. Ну, короче, в итоге, как вы понимаете, был конфликт.
отдала я ему картины, сказала, что ничего мне от него не надо. Он начал говорить, что я ему испортила картины, потому что там мое имя. Ну, блин, не мои проблемы. Меня не спрашивали, собирались ли я их покупать, поэтому... Я неторопливо потопала через мост, который напоминал мне питерские мосты, благодаря львам, которые украшали обе его стороны, к старой части города. Передо мной лежала площадь Тахрир и ее обелиск Рамзеса II. Окружают его, что удивительно, огромное здание в стиле сталинского ампира, Каирский египетский музей, а также старое здание правительства. Оно мне понравилось больше всего. Кареты, которые ездят прямо по улице, будто отправляют нас в старые времена. Какая старая Феррари. Прикольчики. Пешеходных переходов я тут все еще не видела. Переходы, как вы видите, свободные. Прям вот в этом хаосе идешь и пытаешься выжить. Нет, вы только посмотрите на эту архитектуру. Я не могу. Я потрясена. По-моему, безумно красиво. У меня в Аргентине был шок и неожиданность. Вот прикиньте, Каир такая же шок и неожиданность. Только приехала и началось. Вначале эти уличные художники, все известные, все знаменитые. Я посчитала, получается, за 4 часа, что я гуляла, я 6 часов гуляла. Я 6 часов гуляла, охренеть, я только сейчас поняла. За 6 часов ко мне подошли 5 человек, 5. Все с одинаковыми порывами. А пойдем, я тебе дам свою карточку. И если я вначале не понимала, зачем им давать мне карточку, мне надо было один раз попасть в эту ситуацию, в которой чувак нарисовал на своей картине мое имя, чтобы потом вымогать из меня деньги. Соответственно, когда ко мне подошел 5-й, я просто сходу говорю: «Вы известный художник?» «Откуда вы знаете?» Я говорю: «Вы, наверное, карточку мне хотите дать?» Короче, он вообще не понял шутки юмора и до упора пытался меня затащить к себе. Вернулась я в отель, думаю, ну все, сейчас приму душ, сейчас все будет хорошо. И мне говорят: «Слушайте, Анна, такое дело, вы наш самый ценный гость, поэтому мы даем вам апгрейд в другом отеле, в другом месте». То есть нет бы сказать, что у нас заблокировано все, да, мы облажались, извините. Нет, мы даем вам апгрейд. Я не знаю, сколько времени я шла с человеком, который нес мои вещи. Спасибо хотя бы, что довели, потому что я бы сама точно не нашла. В общем, живу я далеко от того места, где я жила, минут 20 пешком, наверное, идти. И тут нет интернета, поэтому у меня нет возможности проверить, что я там забронировала, я уже не помню. В принципе, номер нормальный. Но знаете, вот это вот чувство, типа ты рассчитывал на одно, а тебе дают другое, ты сразу же пытаешься понять, в чем тебя обманывают. Но тут есть кое-что, что я очень ценю. Я бронировала номер, там окно было какое-то непонятное, вот это я помню, что там точно не было вида. А номер, который мне дали, вот с таким видом. И когда я увидела этот балкон, когда я увидела этот вид, вы знаете, меня даже шум машин не смущает, ну, по-моему, это просто великолепно. Прям вот я категорически довольна, сразу открыла весь этот балкон настежь, чтобы свет попадал в комнату, разбираю вещи, сушу полотенце после душа, и наслаждаюсь. Ну вот прям полное погружение. Я проснулась под вечер, разбитая после ночного перелета. Погуглила выставку, на которую меня позвали, и поняла, что вряд ли там будет что-то интересное. Нашла местечко, куда сходить на ужин, и решила этим на сегодня ограничиться. Кажется, пошла не в ту сторону. Красивые дома закончились, остались только машины, столпотворение и бибиканье. Но стоило поменять дорогу, и вот я снова в красивом районе. А еще я подумала, у меня уже так давно не было возможности просто достать телефон на улице и снимать, что я прям кайфую. Ого. А место, которое я выбрала для ужина, выглядит ну просто очаровательно. Даже от входа можно понять, что внутри что-то особенное. Я пробую новое необычное. Тыкнула на шару пальцем в меню, и вот что получила. Короче, это чебуреки с сыром. В качестве комплимента принесли еще хлеб и салат. Ну вот, наконец мне принесли главное блюдо. Атмосфера тут, конечно, прикольная. Этот лифт еще круче предыдущего. У того сложности с тем, как входить в него. С этим весело. 5-й этаж. Даже зеркало есть. Ну, прогресс же, ну. Можно выпрыгнуть посреди этажей, если делать нечего. Нифига себе. Мы доедем или нет? Доехали.
Я вернулась домой специально под закат, чтобы посмотреть со своего балкона на этот город тысячи минаретов, который постепенно уходит в темноту. Из-за богатой исламской архитектуры город действительно усеян огромным количеством мечетей, каждая из которых имеет свой уникальный минарет. Каир – крупнейший город Африки. Столица с окрестностями вмещает в себя рекордные 22 миллиона человек. Это делает его 6-м по величине мегаполисом в мире. На территории города находится самая большая статуя древнего мира – это сфинкс. Бронированием билетов на пирамиды на завтра я решила заняться. Потом немножко помонтировала и отправилась спать. Завтра я наверняка проснусь от громких песнопений в мечети. На сегодня это все. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.